Сегодня глава Чувашии принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета, которое прошло в режиме видеоконференц-связи под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Синтетические наркотики – это бич последних лет. Пагубно воздействуя на организм человека, они провоцируют криминальное поведение. За текущий период 2019 года сотрудники МВД по Чувашии из незаконного оборота изъяли более 20 килограмм сильнодействующих веществ. Об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. На заседании отметили, что Минздрав России готов изменить порядок диспансерного наблюдения за больными наркоманией, а также их учет. Более детально этот вопрос будут прорабатывать на межведомственной рабочей группе Государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания также рассмотрели меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде. Министр внутренних дел России отметил, что в настоящее время система допинг-контроля в значительной степени позволяет ограничить масштабы использования спортсменами запрещенных веществ и методов. Тем не менее, необходимы дальнейшие шаги для того, чтобы минимизировать возможные риски.